Идут машины большие, ну, все дороги выбитые. У нас в квартирах, я живу на 4-м этаже, пыль невозможно. Вот день пыли прям черно все. У освещения вообще уже 3-й месяц. У нас, вот вы знаете, настолько темно. Я сама ребят нашла, они в том дворе были, Победы 5. Они говорят, у вас перегорели, значит, вот эти вот осветительные приборы. Но нам год или полтора назад меняли их. Они, ну что вы хотите, Китай? А зачем китайские такие брали? Которые у нас, и у нас не мы, никто нам не делает. Сказали, как привезут, мы вам сделаем. Но это когда будет, мы тоже не знаем. Один не работает? Два. Вообще темнота. И там темнота, и тут темнота. Валежник этот, который нарубили, вот везде, вот он там, ничего не убирается. Поставили ящики вот эти вот цветные, где пластик, значит, отдельно, стекло отдельно. Никто не вывозит. У нас такого не было, когда этих ящиков не было. Для чего поставили нам ящики? Мы вообще ничего не понимаем. Вот эти ветки, которые сухие, оказывается, надо идти, надо писать заявление по каждому дереву. Почему? Почему мы... Вот смотрите, там вот там, если вы пройдете по двору вот здесь, там очень много сухостоя. Вот эта ветка, про нее уже 100 раз говорили, смотрите, она какая большая. Она обломится. В том дворе уже произошло Победы 5. И мы этого дождемся. Но никто вообще не реагирует никак. Ну как так?